Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Метро продолжаем играть. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Ну теперь. Спешите! Количество мишеней ограничено! Так. Подожди, мы же вчера остановились на том, что они ушли куда-то вот сюда. Они вонят нам. Да что ты паришься? Успели аккурат свежать. Мы по шустряку, никто и не прочухает. Проверьте свою меткость! Реальные волыны для реальных пацанов. Налетают. Бугор на месте? Ага. Вон туда давайте, по переходу. Чешут, как на параде. Скажу-ка я позырить, как там дверь, закрыта или нет. Ходи, позырь. Блин, закрыта была. Че там за движу? Ах ты, боже! Да ты че, твою мать? Вообще косой, что ли? Вообще, блин, берет, короче, ножом промах. Ну, вплотную не может попасть. Ну, это что за дичь, блин? Ча, да. Здесь где-то шерится, найдем. А что с ножами? Два ножа. Какого хрена два ножа? Где остальные-то ножи? Ничего, найдем лошара. Никуда пока не денется. Да. А ножи там, по-моему, в стену, да, воткнулись, блин. А тут чё? А тут смерть твоя была. Блин, на свет неохота выходить. Вот это я могу потушить? Ой, как здорово.
Найдем, найдем. Ай-яй-яй! Больно? Так, ну не знаю, всех тут залутал, не всех, скорее всего, конечно же, не всех. Так, оно в принципе, да, оно мигает, а нет, оно мигает на то, что это поможешь поменять. Блин, ну никого не слышу, по крайней мере. Бросай оружие! Руки за голову! Надо же, кого я вижу! Ну что, Паша? Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положил. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, сударь! Артем? Ах ты, сука! Ушел, гад! Так из-за тебя и ушел, собака. А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. Пойдем, веди. Не, это не быстрее. Вот медленно как-то ты идешь. Блин, ну вот из-за тебя Паха смотался. Надевай.
Это тебе мой презент. За бандитов. У тебя газ не дал, что? Подожди. Давай презент. Так, вот он, презент. Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести, и продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. Блин, Павлика бы не мешало бы, конечно, научить немножечко. Блин, у меня же где-то был целый противогаз. Вот оно, болото. Охереть можно, ну. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Так, в воду, значит, говоришь, не суйся, да? Но он тут не запрыгивает. Придется в воду суйся. По воде я не могу идти, мать твою. Так, ну тут я вижу вон флажки. Как-то, видимо, по ним надо. Некуда идти. Ну все, писец, да, в воду вообще нельзя никак. Так, а тут кругом вода. Thank you.
Здесь вода. Блин, да ты чего? Теперь поймешь, как проходить. Нет, тут вода. А, блин, ну это... Обозначали бы как-нибудь иначе, потому что очень тяжело так ориентироваться. Что, сука, неубиваемая, что ли? Видимо, туда как-то надо. Так, самолет вижу. Тут вода опять же. Он убьется или нет? Или он неубиваемый? Он, наверное, не убивается. Сука, патроны только трачу. Это дичь, я обратно, блядь, пришел. Да убери ты нахрен свою зажигалку. Нет, мне показалось, что я обратно. Хотя да, вроде как. Блин, вот самолет. Как мне до него добраться? Куда, наверное, надо? Самолет же в той стороне. Да.
пошла нафиг. Так, теперь куда? Так, 4 минуты еще есть. Обратно, что ли? Здесь не пройду. Теперь-то куда? А, добраться до Октябрьской, заправить двигатель. Так, а что мне надо как-то вызвать эту же штуку? Она идет. Да вы че, мать твою? Этот грёбаный плот едет или нет? Да ты-то кто такой, мать твою?
Так, теперь, наверное, надо нажать, чтобы обратно валить, да? Нет, больше не нажимается. Блин, и аптечек больше нету. Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Что-то я вообще сомневаюсь, что где-то тут есть наши. Блин, мышку к проводу подключил, так неудобно стало. Так, а куда мне вообще надо валить. Блин, здесь тупик какой-то непонятный. Я так понимаю, вон туда. Припасов я там нехило, блин, потратил. Мне, блин, так из стороны в сторону бегать или чё? Да ты гонишь! Блять, аптечек хер. Ну да. Блин, у меня баллона осталось вообще на мало. Или я взял на минуту сейчас еще баллон? Ну
Что так тяжело? А что не взрываешь? Нереально. Херня какая-то, она вообще не убивается, эта сука. И баллонов хер. И тут еще и непонятно, куда идти, понимаешь? Куда валить-то, блядь? Тут вода, блядь. Охрененно. Мы ждем тебя в церкви. Ну все, в воду падает. Так, ладно, ладно. Ты просто, блин, видишь? Мало этих. Погоди, мне надо вот здесь как-то. Ой. А, ну нет, тут мостика-то нет. Парень, давай, ну да, давай сюда. Ну вы бы вышли по дорогу, подсказали бы. Скорее сюда! Вытаскивайте, мать вашу, меня. Давай, давай! Не, нифига. Так здесь не сработает. Я вижу. Мы ждем тебя в церкви. Да пошли вы, блядь. Ёпта. Сюда! Артём, огонь по большому!
Оттуда! Огня! Да ёб твою мать! По-большому бейте! Конечно, по-большому, блядь! Ещё один! Твою мать! На воде! Плывёт! Сюда плывёт! У меня аптечек нет. На дно пошёл! Да не, короче, я хрен его знаю, как его гасить. И надо ли вообще его гасить. Артём, я тебя вижу. Мы ждем тебя в церкви. Вы что, не можете, блядь, навалять ему, суки? Не, главное, стоят там наверху. Давай, Артём. Хренач. Скорее сюда. Они почему-то не подрываются на этих штуках. Могу, сюда, да, перепрыгнуть? Огня! Нет, пока, короче, пока ты всех не вольнешь, ты не перепрыгнешь. Артём, я ненавижу. Ну их получается... Блин, их трое, что ли, там, да? Три получится. Да нет, это ни хрена, я... Нет, пока не вывезу. Одного-то везешь кое-как. Ну вот огненные не просто так, мне кажется, дали. Скорее сюда! Что я сделал? У меня не противогазы, ни хуя, блядь.
Там, я тебя вижу. Да поша ты нахрен, блядь. Я не знаю, что делать. Баллонов нет, ни хера нет. Так потому что я бы побегал бы от него, но. Скорее сюда! У меня минута всего времени. Да их прорва! Да откуда их столько? Артём, огонь по большому! Сюда! Огня! Есть! Первый! Внимательнее! Третий! Справа от тебя! На воде! Плывёт! Сюда плывёт! Не, блядь, что делать? Давай, давай! Твою мать! В землю! Сюда! Огня! Готов! Третий, прикрой! Вот, сука! Да, блядь, оно, сука, не то кидает. На дно пошел. Да, блядь. Еще один. Так там потом еще один будет. Артём, я тебя вижу. Не, так не пойдет. Я без баллонов здесь ничего не могу сделать. Блядь, это бесполезно. А их я не знаю, где взять. Их нет. Скорее сюда! Я не знаю, что здесь он подрывается на них, не подрывается, блядь. Блять, хотят, чтобы я его сжег. Yeah.
Ладно, давай на этом, блин, закончим. Не знаю, как там дальше, может... Ну, тут опять же, что загрузить можно, только последний чекпоинт, да? Загрузить можно только последний. Ну и, соответственно, так, что, блин? Баллонов нету. Ну, я не знаю тогда. Может, если только где-то тут попробую. Ну, тут хрен ты найдешь. Вот это, конечно, косяк. Что здесь не бросили баллон. Потому что хрен его знает, да, с чем я сюда приду. Я и так, в принципе, тут, получается, иду... Иду как бы, ну, весь путь в противогазе. Ну и хрен ты найдешь, где баллон. Так, вот еще баллончик взял. На полку. Порыскать, поискать. И тут ни хрена, блядь. Ну вот я взял этот один баллон, даже если я его сейчас сменю. Ну, на 2 минуты. Больше тут ни хрена нету. Может, конечно, есть смысл тут побродить перед тем, как туда идти, но мне кажется, хрен я тут еще найду. Взорвется. Взорвется. Ну ладно, хрен с ним, взял аптечку. Может, из-за этого пострелять по нему? Блин, причем опять же я взял баллон, заменил, а по времени он у меня опять всего лишь там на пару минут. Парень, давай сюда, сюда! Эта херня его не ждет, не попадет. Короче, мины не буду расставлять. Отходят! Добиваем!
Ну, блядь, давай! Первый раз такого вижу. Мне-то куда? Да ты чё, блядь, серьёзно? И давай, у меня 18 секунд осталось. Давай быстрее бревно свое гребаное. Я сейчас. Супермен. Эй, заходи. Рад видеть. Давай в церковь, там безопасно. Заходи. Блин, кое-ка. Я тебя увидела еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за Ботсад. Офигеть. Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Собирайся, говорит, фильтров давай. Так, ладно, давай мы закончим на этом. Короче, победили мы это говно. Вот, и продолжим уже в следующий раз. Вон оружие есть, как раз там закупимся, все дела. А на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Тут, кстати, торговец оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька.